по-особенному патриотично встречает главный праздник страны молодежь области. «Мой флаг, моя родина» в республиканской акции под таким названием приняли участие и североказахстанцы. Челлендж позволил всем объединиться в знак уважения и любви к своей родине. Жители города и райцентров также поддержали эту инициативу и разместили флаги на балконах своих квартир. Я приняла участие в республиканском челлендже «Мой флаг, моя родина». Суть челленджа заключается в том, чтобы мы вывешали флаг нашего государства на балконах и окнах своего жилья. Суть челленджа направлена на то, чтобы мы не забывали о том, что у нас есть государственные символы, чтобы мы гордились ими. И хотелось бы поздравить казахстанцев с предстоящими праздниками, с предстоящим Днем Независимости.